Шеф-повар Максим Григорьев. Ковришка постная на чае. Сегодня будем готовить постную ковришку на основе из заварного чая. Рецепт простой и вкусный. Отлично вас выручит, если во время поста очень захотелось чего-то к чаю или просто дома не оказалось кефира. Ковришка получается неплотная, слегка напоминает влажный бисквит. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Варенье абрикосовое 100 мл. Вода 100 мл. Изюм темный 50 грамм. Кардамон 1 щепотка. Корица молотая 1 чайная ложка. Масло подсолнечное рафинированное 100 мл. Мука пшеничная 280 грамм. Орехи грецкие 100 грамм. Разрыхлитель 10 грамм. Сахар 160 грамм. Соль 1 щепотка. Чай черный 10 грамм. Шаг 1. Для приготовления постной ковришки подготовим черный чай, растительное масло, сахар, абрикосовое варенье, муку пшеничную, специи, грецкие орехи и темный изюм без косточек. Шаг 2. Заварим 10 грамм черного чая на 100 мл кипятка и дадим чаю настояться 10 минут. Затем добавим к нему 100 мл подсолнечного масла и сахар, 160 грамм. Шаг 3. Далее добавляем 100 грамм абрикосового варенья, без плодов, если они есть, только жидкую часть, и хорошо все перемешиваем. Шаг 4. Отдельно соединим сухие ингредиенты: муку, 280 грамм, корицу, 1 чайная ложка, 1 щепотку соли и 1 щепотку кардамона, и разрыхлитель, 10 грамм. Хорошо все перемешаем. Шаг 5. Добавим сухие ингредиенты в жидкие, хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Шаг 6. Затем добавим в тесто 100 грамм слегка обжаренных и измельченных грецких орехов и промытый и просушенный изюм, 50 грамм. Еще раз все перемешаем. Шаг 7. Выливаем тесто в форму размером 28 на 19 сантиметров и выпекаем 40-50 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовность ковришки проверяйте деревянной шпажкой, из готового теста она должна выходить сухой. Шаг 8. Готовую ковришку немного остудить в форме, а затем вынуть и нарезать на порционные квадраты. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.